Новый виток скандала вокруг жилого комплекса Ванино. Появилась информация о том, что иностранный инвестор, в собственности которого находится земельный участок под строительство домов, хочет перевести его из своей юрисдикции для того, чтобы найти ему новых владельцев. Об этом в ходе прямой линии с губернатором рассказала одна из дольщиц-активисток. Александр Дрозденко заверил, что в правительстве об этом знают и держат ситуацию на контроле. Мы попросили Росреестр и Росрегистрацию поставить так называемый красный флажок на этих землях, с тем, чтобы эти сделки с землей, которые отведены были под застройку Ванино, и по которой мы сейчас рассчитываем, что Реал, все-таки мы найдем возможность достроить все это дело и выполнить обязательства, но уже без старых собственников, с тем, чтобы земля не ушла. Напомним, что строительство комплекса Ванино финансирует эстонский инвестор. Работы на этом объекте в Ломоносовском районе начались еще 5 лет назад. Сейчас стройка заморожена. Из 99 домов сдано только 15. В сентябре арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит заявление дольщиков о признании застройщика банкротом. По итогам заседания суда в областном правительстве проведут еще одну встречу с собственниками квартир.